Всем привет! Я в магазине Fix Price, город Орск. Остановка Линком. Давайте смотреть новинки вместе. А это что такое? Коврик антискользящий, 30 на 120 сантиметров. Смотрите, какие. Они разные все. Вот какой есть. Так, какой еще есть? Светленький. Я уже его, по-моему, показала. Уже не помню, какой показала, какой нет. И вот такой еще. Вот таким образом он стелится. Изготовлен из ПВХ. 77 рублей. Пиала 550 миллилитров. Такая тяжелая. Я прям взяла за 77. Я взяла прям, и она прям чувствуется, что вес у нее. Изготовлена из фаянса. Внутри она черная. И в нашем магазине 4 цвета. За 77. И такие же кружки. 530 миллилитров. Тоже из фаянса. Тоже такая тяжеленькая. Таких же цветов. За 77. Чайник заварочный. Смотрите, какая ручка удобная. Ситечком. Носик для слива. 1,25 литра. За 199. И такие. Тоже 199. Этот 750 миллилитров, а этот литр 250. Сидушки на стул 40 на 40 сантиметров в клеточку, и они такие мягенькие, ворсистые. С обратной стороны антискользящие. За 77. Изготовлены из полиэстера и поролона. И расцветочки разные есть. Смотрите. Такая. Ярко. Вот какие. И все. Крючок на дверь. Тут получается два крючка. За 77. Изготовлен из нержавеющей стали. Да, здесь два крючка. Они между собой не соединены. Как всегда, тряпочки. Эти тоненькие, не очень хорошие. За 55. Ух ты, какие трусики. Смотрите. Такое кружево. И оно, кружево это такое не тонкое, а плотное. Плотное, очень хорошо тянется. Просто бесподобные. За 99. 95 хлопок и 5 эластан. Так, здесь, значит, это вперед, а это был зад. Двойное, что ли, кружево. Но очень плотное. Хорошее. Есть еще синенькие. Точно такое же кружево. Качественные. Размер 42, 44. И какие еще есть? 50-й есть. Вот 50-й. Классный. Мне нравится. Ничего не будет сзади выделяться. Через брючки. Вот еще расцветка. Бордовые. Это размер 48. Еще нашла черные.
больше 50-го, к сожалению, я не нашла. Коврики для ванны, две штуки. В полосочку. Вот такие вот, как старые половики были, полосатенькие, которые вязались крючком 45 на 65 сантиметров. Я имею в виду расцветка, похоже. И 45 на 40 сантиметров. Значит, маленький 45 на 40, а большой 45 на 65. И не антискользящие, не противоскользящие. Будут ерзать за 199. Расцветочки все одинаковые. Полосочки только. А, нет, вот смотрите. Крупные полосочки. Ну и все. С желтеньким еще вот здесь есть. С розовым. Желтый с розовым. Фиолетовый еще. 199. Кладем все на место. Новинка. Пробковая доска с кнопками. 5 штук. Клейкой основе. За 199. Вот 5 кнопок. Это в виде облачка. Изготовлены из пробки, ПП и железа. За 199. Пенка, скраб, маска. 5 в одном. 5 в одном. Ничего себе. Сужение пор. Глубокое очищение. Себорегуляция. Купирование акне и ровный тон, гладкая кожа без черных точек. Способ применения. За 55. Кто уже попробовал этот кондиционер для цветного белья, отпишитесь, пожалуйста, хороший или плохой. Вот такой супер концентрат. Если кто не видел, это чистящее средство для стирки цветного и белого белья за 199 700 грамм. Мне прям интересно, хороший он или хороший. За 199. Кашпо садовое на трех цепях, 21 сантиметр. Смотрите, вдрызг разодрала все перчатки. Сколько я уже перчаток сменила, это просто пипец. Ну и, наверное, все остальные также. Смотрите, сзади имеется отверстие для слива, я так понимаю. И это для дренажа, чтобы не скапливалась вода. За 77. Веник за 199 рублей, пластиковый. Смотрите, как он покрашен. Снизу он такой, как пыльный и распушенный. А сверху по такой нормальный. За 199. Посмотрите, какие шорты мужские. С карманами. Я сниму совсем перчатку. Вот так, а то неудобно с дырявыми ходить. Изготовлены из полиэстера. На веревочке затягиваются. Так, по-моему, даже на подклаве. Нет. Толстый такой полиэстер. Смотрите, как на кармашках сделано красиво. И они прям имеют форму. Такие неплохие, не тонкие. Единственное, что вот, наверное, даже толстоватые. Это 50 размер. Есть 54. Такие немаленькие размеры. А расцветки только красные. За 199. Пластырь мозольный, гидроколлоидный. От влажных мозолей. Мгновенно уменьшает боль. Быстро заживляет мозоль. Три пластыря. За 99.
И такой лейкопластырь бактерицидный. Дорожная аптечка. Тканевая основа. Три размера в наборе. За 55. 20 штук. Кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик. Пишите комментарии, а я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока!